Ничто так не согревает душу, как хорошие новости сегодня. Слово жителям Кумылжинского района. Я вот работаю на мельзаводе. Радует то, что хоть зарплата небольшая, но вовремя отдают, что. А так, в принципе, что радует? В магазинах все есть. У нас свадьба сегодня, подруга замуж вышла, ура ей! В окружении таких замечательных людей нашей станицы у нас очень все прекрасно, все хорошо. Мы желаем всем удачи, счастья. Дома все отлично. Внуки растут, вот, семья нормальная. Выходные буду проводить дома, с внучкой. С детьми, естественно. Радует погода пока. У нас сегодня свадьба. Это самая лучшая новость. Нервничаете? Да. Есть немножко. Делитесь с нами радостями жизни и ищите себя на нашем сайте.